Новые чемпионы мажоры, друзья, и сейчас они на этой сцене, на русскоязычной трансляции. Ребята, что мы только что пережили, это тяжело переоценить. Валера, раз уж ты стоишь здесь рядом со мной, ты действительно уникальный случай. Ты пришел в команду, ты выиграл свой первый мейджор. Что ты чувствуешь сейчас? I'm feeling great. Можно на русском? Да. Я чувствую себя отлично. Хочу сказать спасибо команде. Команда реально... Наша команда проделала огромный путь. Не проиграла ни одной карты за мейджор. Это очень круто. Я люблю всех в команде. Я понимаю, все чувства переполняют. Слов нет, на самом деле. Слов просто нет. Это очень круто. Саша, ты человек, которому все давно обещают мейджор. Ты человек, который его заслужил. Что ты чувствуешь сейчас? Настолько для тебя была важна сама эта победа, несмотря на то, что ты являешься одним из лучшим игроком в этом, блин, мире? Я чувствую радость за организацию, за всех этих ребят, потому что я знаю, что это все было не зря. Мы долго шли к этому, и вместе с Денисом мы шли к этому очень давно и проигрывали вместе. И сейчас я знал, что мы это заслуживаем, и мы этого в итоге заслужили. Чуть было сложно в конце, но мы сделали, мы поверили в друг друга в очередной раз. Я пойду дальше. Кирилл, капитан, ты слышал, как тебя встречали? Я тебя поздравляю с твоей победой. Что ты хотел бы сказать нашим зрителям? Что ты сейчас чувствуешь? Я могу спасибо столько сказать за огромную поддержку. И это просто энергия здесь, в зале, и те люди, которые смотрят. Я знаю, что сегодня огромный праздник для СНГ. И я очень рад, что мы смогли победить 2-0. Тоже зашли в историю как команда, которая не проиграла ни одной карты. Вот. Сейчас, честно, такое переполнение эмоций, что просто даже судороги какие-то ощущаются. И... тяжело, просто тяжело даже разговаривать. Хорошо, спасибо тебе большое, Илья. Да. Ни одного поражения, одной карты вы не отдали на этом мейджоре. Ты в прекрасной форме, ты тащил такие клатчи. Расскажи, как ты добился и считаешь ли это пиком своей формы? Я пил с утра водичку, и было все хорошо. Водичка самая важная в жизни. Насчет пика формы, не знаю, я думаю, мы можем еще лучше. Я, конечно, рад, что мы не проиграли ни одной карты. Ну, ведь больше нечего сказать, это был финал мейджора. Ты так спокоен, где твои эмоции? Ты выиграл мажор только что. А мы только что покричали, и все прошло. Да, действительно, прошло уже немножко времени. Андрей, тренер, коуч, ты, как всегда, хладнокровен и спокоен. Что ты ощущаешь? Как тебе этот финал? Финал сложный. Почти проиграли карту, вытащили. То есть мы не то, на что мы рассчитывали. Но победители не судят. Денис, Саша сказал, что вы столько прошли уже и финалы мажора, и вот вы наконец-то достигли, вы забираете этот кубок. Ну расскажи, какой ценой и что ты сейчас, о чем ты сейчас думаешь? Думаю, что мы работали очень много времени не зря. То есть работа окупается, если ты этого действительно хочешь и идешь к этой цели. Как бы. Единственное, что, наверное, я сейчас чувствую, наверное, какую-то гордость за нашу команду. То есть мы поставили себе какие-то определенные цели, мы к ним шли, и мы их достигаем. И это не может не радовать. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо большое, что смотрели этот мейджор. Я буду передавать студию аналитики слово. Пойдем отдыхать, отмечать. Всем пока!